Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 41 упражнение. Нужно ответить на вопрос, какой из главных слов обозначает предмет, признак, действие. Составить и записать словосочетание, ответив на вопросы. Итак, учебник по математике обозначает предмет. Учебник по какому предмету? По математике. Главное слово «учебник». Печатается главное слово, обозначает действие. Печатается где? В типографии. Печатается обозначает действие. Печатается кем? Типографом. Печатается действие. Печатается как долго? В течение недели. Доступный. Это признак. Доступно для чего? Для скачивания. Доступный. Опять признак. Для кого? Для школьников. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.